Добрый день. Меня зовут Маурицио Фрецца. Я глава компании Фрецца Ардаменти. За моей спиной находится наша лаборатория марки «Люкс Диана». Сейчас я покажу вам наше производство. Следуйте за мной. Как вы можете увидеть, наша лаборатория оснащена по последнему слову техники. Мы следим за качеством нашей продукции, поэтому наша мебель изготавливается на лучшем оборудовании. С помощью этой машины мы обрезаем панели до нужных размеров, учитывая пожелания заказчика. Все наши машины оснащены цифровым контролем, что позволяет нам выполнять работы с точностью до десятых долей миллиметра. Здесь представлены различные насадки для фрезеровки, с помощью которых мы делаем все изогнутые элементы, воплощая задуманные идеи наших дизайнеров. Точность в изгибах и пропорциях достигается благодаря данному оборудованию. Двигаемся дальше. Здесь находятся элементы уникальной библиотеки из массива. Чертежи выполнены максимально детально для улучшения качества производства и сборки деталей. Данная дверка сделана полностью из массива, превосходного материала. Полка также изготовлена из массива, но по системе «Сэндвич», что позволяет ей быть ровной и стабильной в течение долгих лет. Мы находимся в зоне сборки мебели, где проверяем, чтобы все детали соответствовали чертежам. Нам важно, чтобы качество было на высоте. Сейчас я вам покажу, как мы упаковываем мебель. Здесь находятся защитные материалы для нашей продукции, как для углов, так и для самих панелей. Вся мебель упаковывается в защитный материал, чтобы избежать царапин и сколов. Затем мы бережно упаковываем нашу мебель в защитную пленку. И финальный этап нашего производства. Когда мебель упакована и распределена в правильном порядке, она отправляется вот в таком деревянном ящике, сделанном специальным образом. Внутри ставится дополнительная защита по всему контуру, для того, чтобы мебель не соприкасалась с ящиком, тем самым не получив механических повреждений. Остается только прикрутить крышку шурупами и отправить долгожданную посылку своему будущему владельцу.